Урамос Нагрдал, Шизедазни, Таза Урмуздат Метриани, Ркини, Журисим Шенеблоба, Сакартоло Сапатриаркос Гагизиане, Бисмизе Зигакта. Таза Ркини, Журисим Шенеблоба, Суклеба, Резнет Машевар, Наземата, Фразот Хумузат, Матицилис, Номер, Асузда Метертмета, Ганкар Гулеби, Сакартоло Сахал Газардоби, Сайта Шорсо Понс Даумкица. Могуянеби, Сайта Шорсо Понс Каталикос Патриарк, Майлия Меорем, Журисим Шенеблоба, Сатус Куртхева Миса. Машенде Ркини, Журс Мексет, Элия Гауркавели, Религи, Уридач Гупеба. Сайта Шорсо Понс да финансебита Шенепс. Сакартоло Сапатриарко, Мизгареше, Миндинарем Шенеблоба, Свегара Черепс. Маши Лудисац. Мохта Амнес Танхмобис Кацема, информация Сапатриаркоскунда Асетиро, Солите Сахалгаздули организации Ашенебда, Абхазиши Загопули, Мемлебис, Солебис Уктав Сакупат. Чен Алюцодит Маширос, Ам организации Суган, Сеги Идга, Садомазохистули, Тоталитарную секта, Омасад Бория Иванови, Хемдон. Однажды еще, будучи атеистом, значит, находясь на Ярославском кладбище, на вокзале, прости Господи, значит, я стоял в недоумении, поскольку возвращаться домой и скандалить не хотелось, а как убить время не знал, и, значит, заговорил с одним молодым человеком, поделился своими семейными проблемами. На это мне сказал, это тебя Бог призывает. Я посмеялся внутри, над ним я стою в шляпе, в галстуке, только вышел из института проблем управления, он мне только говорит о каком-то Боге. А ты историю России любишь? Я говорю, как не любить историю России? Конечно. Вот, говорит, вокзал, вот сайт электрички, полчаса, и ты в Загорске, а там вся история русской церкви. Для меня это был выход из тупика. Что мне делать? Я, как сейчас помню, билет 55 копеек, сел на электричку, оказался в Загорске. Ходил, смотрел, попал на литургию. И простоял 2 часа. Я удивился самому себе, поскольку я был такой непоседа, что даже на партийных собраниях, когда решался мой личный какой-то вопрос, то я не мог, значит, без собеседников, у кого-то спрашивать, кому-то что-то говорить, куда-то вставать, переходить, ходить. А тут я совершенно незнакомой себе и чуждой обстановке 2 часа простоял. Но мне это запомнилось. И в следующую командировку я попал уже в Загорск на Пасху. И там простоял 6 часов на пасхальной службе, значит, в трапезном храме, где я увидел, когда священник открывает двери алтаря, тюльпаны раскрываются. А когда заходит, тюльпаны закрываются. Смотрел, глаза протирал, там уже бабушку одну спросил. Бабушка, вот так смотри, смотри, тюльпан, вот сейчас открываются, когда священник выходит. А сейчас, смотри, закрывается. Она смотрит, ой, сынок, говорит, тебе дано, веруй, что ты видишь. Тут я сказал, нет, тут что-то сверхъестественное. И вот по этой причине я, значит, каждую Пасху стал приезжать в Загорск. И там я 5 раз встречал Пасху. И вот когда принял решение, чтобы служить Богу, я обратился к настоятелю храма Сергия Радонежского, прежде помолился у мощей, и обратился, что я хочу, значит, работать у вас. Я мастер на все руки, знаю все строительные специальности, знаю все металлообрабатывающие специальности. Он сказал, обратись, вот у нас есть прозорливый, значит, священник Наум, если он тебя благословит, примет, тогда мы примем. Я пошел к общежитию монахов, постучал. Но он ответил, да-да, войдите. Я вошел, и что меня поразило, он попятился от меня, замахал рукой, Печор, езжай, там вас примут. И никакого диалога, никакого разговора. И вот с этим мнением я потом вынужден был обращаться уже, значит, к своим духовникам, церковным бабушкам. Что да, вот генерал Пировне Бали, Сборья Иванови, там из нитя и сакратор Шемешему Сурга, Аравинарици. Это не стазер, кинис чурис мшене блоба мале да срулда бавина идан, сам шене бло сам шаобиак, шоупер хаблат мим динареобс. Это не стаз гуз дойдан, ата сорас метр симагле зейм копеба, да птазе агмартули, ормоз дат метри, анир кинис джуари, твилистен тауис плат гамочлеба. Шенеблоба საქართველოს საერთაშორისო ახალგაზრდული ფონდი აფინანსებს, ხოლო სამუშაოებს და იდეოლოგიურ პროპაგანდას საპატრიარქოსთან დაპირისპირებული წარმოშობით სტავროპოლელი ვინმე ბორია ეწევა.
А вот вы знаете мнение патриарха насчет строительства этого? Конечно, знаю. Еретический крест, значит, не от Бога, а сатанинский. Ну как крест может быть сатанинский, я не представляю. Известных чудотворных икон доступной была только лишь Смоленская Одигитрия. Вот у нее я молился, устроился, значит, рабочим в церкви, при церкви на Рождество, это в 78 году, и умолился в этой Одигитрии. И через месяц мне было богатое сновидение, что я стою в пропасти, вверху, значит, скалы, сырость, грязь, а голубое небо вверху. Я помыслил, вот бы мне туда. И вот тогда Матерь Божия сказала, есть дорога сюда. Я обратил внимание на скалу, там было два ряда ямки. Я подумал, что если ровно подниматься, то подняться можно. И вдруг появилась мысль, страх, а если упаду? Она говорит, а я помогу. Твое место Грузия, Сухуми. Я, недолго думая, с верою, обратился опять к бабушкам. Вот так и так Матерь Божия мне вот так ответила на вопрос. Они сказали, что в сновидение верить нельзя. У нас на паперти есть от рождения слепой Николай. Он, значит, прозорливый, от Бога имеет ответы. Обратись к нему. Я нашел вот Николая. Он спросил, что тебе надо. Я говорю, помолись, Николай, за меня. А где, что и как мне быть? Хочу служить Богу. Он помолился, заставил меня перекреститься, значит, один раз, второй раз, третий, требуя перекреститься крепче, тверже. После этого помолился, сказал, на юг езжай, брат, на юге твое место. То есть, в принципе, это было подтверждение того, что мне было сказано во сне. Я, недолго думая, утром сел на поезд до Нового Афона, и вот там устроился кочегаром при поселковом совете. И так началось мое присутствие в Грузии. Эскадрები სამიწლის წინ ზედაზნის ფთაზეა გადაღებული. სამიწლის მანძილზე იქ არაფერი შეცვლა. დღის მამის ტაძრის ყოფილი წინამძღვრის ლავრენტი ბუზირიშვილის მრევლის დიდი ნაწილი ძირითადად დღესაც ზედაზანზე იმყოფება და 60 მეტრიან რკინის ჯვარს აგებს. წინამძღვარ ლავრენტი ბუზირიშვილს უკვე 6 წელია საეკლესიო სასჯელი ადევს. წმინდა სინოდის გადაწყვეტილებით მას მღვდელმსახურების უფლება შეჩერებული აქვს. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ლავრენტი ბუზიაშვილს თავის წიაღში მხოლოდ იმ შემთხვევაში დააბრუნებს, თუ კი იგი ჩამოშორდება რუსეთიდან ჩამოსულ საკმაოდ გაურკვეველი ბიოგრაფიის ბორის ივანოვს, რომელიც მთელი ამხნის მანძილზე ფაქტიურად მართავს ბუზიაშვილის მრევლს და აცხადებს, რომ იგი სასწაულებრივი ძალით არის დაჯილდოებული და რომ მისი განსაკუთრებულობა საქართველოს პატრიარქმა ვერ შეაფასა. Собственно, я вижу, что он дальше бродяги во мне никого больше не видит. Ну я-то ведь не бродяга. Все пророки были бродягами. Все истинные служители Божьи, если с этой позиции гражданское благоустройство, посмотрите, как жил Антон Маркопели, Давид Горячель, они тоже были бродяги. Малышеви там, среди сосамархоши, Адага Давадо, Амуканоном Шенеблебас, да, Сатанаду Пасухи Мутхо, Сектант, Боря Иванов, да, Гадзеве Гулик на Сакартуэдан, Амуканону, Сакартуэдан, Уизо Дау Паспортот, а те улицы Лебис Манзензи Акцхолеби, да, Танац, Антимартмадидевлюри да антисахемзипевлюри. Ზედაზენზე ყოფნის დღიდან ბორისის მრევლი შინაგან საქმეთა სამინისტროს რადიო სალოკაციო სადგურშია შესახლებული. პარლამენტარი გურამ შარაძე აცხადებს, რომ დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრმა თავის პირველ მოადგილეს უკვე დაავალა ამ საკითხის გარკვევა. კამპანიას ჩართოს მცხეთა მთიანეთის გუბერნატორი კობა ბუჩუკურიც გეგმავს. ჯვარი კი თითქმის დასრულებულია. მისი აგება ბორისის მრევლის მიზანს წარმოადგენს. მე მწამს, რომ ბორისიდან მოქმედებს და აი გველაპარაკება ჩვენ ამდილოდ ღმერთია. მე თქვათ, რასაც ვეძებდი, ის ვიპოვნე. და იმას მათი პირიდან ღებულობ მე. ჭეშმარიტება, რასაც ვეძებ. აქ მესმის. В ходе размышлений вел записи, и у меня набралось порядка 40 страниц рукописного текста. Ну, я назвал так «Рассуждение о Боге бывшего безбожника».
И после этого у меня стал вопрос на консультации со священными лицами. И после долгих размышлений и молитв я приехал к грузинскому патриарху. Устроился к нему на работу в его резиденции старой около Сиона. Он же пожелал сделать тропинку базальтовыми камнями, большими глыбами. И дал мне помощь монаха Илариона. Значит, он был грек по происхождению. Если греки считались мастерами, и у нас дело пошло на лад. И когда патриарх захотел между камнями посадить зеленую траву, пригласил своего водителя найти место, где растет такая зеленая трава, нас отвезли туда, мы резали. И когда мы проголодались, он сказал, что там хорошее место, и синод должен на отдых приехать сюда, и с ними вместе перекусите. Машина за машиной. Все епископы приехали во главе с патриархом, расположились, перекусили, нас угостили, и все епископы прилегли на зеленой травке отдыхать. Только патриарх сидел и смотрел сверху на город. Вот у меня представился как раз случай, я никогда до этого не обращался ни к какому священному лицу, ваше святейшество, я не рабочий. Я вот кое-что написал, и мне интересно было бы ваше, так сказать, мнение. Он интересно, давайте. Я ему подал эти свои 40 страниц, он половину прочитал, потом вернул мне, я сначала не понял, в чем дело, он улыбнулся, подождать. Начал звать епископов, всех. Когда они сели полукругом сзади патриарха, он сказал, теперь, Боря, читайте вы. Я начал читать свои рукописи всему синоду Грузинской Православной Церкви. По окончании патриарх задумался, повернулся к синоду и сказал, вот, учитесь. Эта встреча была где-то в марте 78 года. И после этого я начал работать при патриархии, потом, значит, Белийскую резиденцию, внешний двор, все сделано моими руками, где-то на полметра землю убрал, на полметра новую черную землю привез, потом резиденция в Манглисе, резиденция в Марткопии, то есть все три резиденции патриарха, сделанный внешний двор, сделанный моими руками. У меня был принцип, я, значит, деньги не требую, зарплаты, но если будете давать, я не откажусь. И только если мне понадобится когда-то на книги другая сумма, я тогда попрошу вас мне это уделить, помочь. И однажды, когда я, значит, какую-то книгу хотел приобрести, я обратился к секретарше патриарха Шурени и сказал, что мне вот 100 рублей надо дополнительно дать. Она сказала мне, Боря, патриарх свою зарплату уже всю раздал. Справа забивай ногу. Борис Иванови професиите им шенебелия цармашобит Ставрополитен. Филиши 23 წლის წინ ჩამოვიდა და კარგახან საპატრიარქოსთან დაახლოებული პირი იყო. მონაწილეობდა სხვადასხვა ეკლესიის საპატრიარქოს ეზოს პატრიარქის რეზიდენციების მოპირკეთებაში. ერთ-ერთი ასეთი სამუშაო შემდეგ მოხდა კონფლიქტი, რომელსაც ივანოვი ასე იხსენებს. Я, ну чисто из человеческой, значит, боли за обман патриарха в мой адрес. Он мне должен остался 7 тысяч заработанных мною денег на его резиденции в Манглисе. Я 5 лет был руководителем лучшего строительного отряда Ростовской области Новочеркасского политехнического института. И как делаются финансовые дела, я 5 лет, так сказать, обманывал бухгалтеров. И сейчас мне говорит, что патриарх раздал свою зарплату. Ну, кого дурить? И всякий христианин, тем более руководитель христианства, он должен подражать Христу. А они подражают Антихристу. Именно Антихрист будет невинный из себя выставлять, безгрешного. Как Папа Римский сейчас выставляет себя безгрешным. Вот это чистый папизм в сегодняшнем православии. Мы с этим согласиться не можем. Но это их личное дело. Мы их не критикуем. Седазнис мтазе узармазари ркинис конструкциис квеш дгас 20-მდე ადამიანი საკუთარ ჯვარს ზიდავს და ფიქრობს რომ ჭეშმარიტი მართლმადიდებელია. ისინი საკუთარი ცხოვრებით ცხოვრობენ და უმცირესობაში ბევრად უფრო შემწყნარებელი ჩანან ვიდრე ოფიციალური ეკლესია. ჯვარი კი რომელიც თავის დროზე სამოქალაქო ხსოვნისათვის შენდებოდა ამ ადამიანების გამო რელიგიური ვაჭრობის საგანი ხდება. И
Я ставил везде большие кресты. Битание шестиметровый крест, значит, в Марткопе шестиметровый крест. Давид Гареджий, купол на церкви Святого Николая был разрушен, вот его реставрировал и крест поставил. Шев Гюмели 20 метров крест. Здесь вот на Зедозене 20 метров крест в лесу и вот самый большой 60-метровый крест. Эксперту криминалистикури мтавари саммартулос упросис муадгиле Заза Алтенишвили ჯერჯერობით ვერ ადგენს იმ ნივთიერების სახეობას, რითაც ცოხალ ზედაზნის ჯვარზე აფეთქება მოხდა. Заза Алтенишвили ჯერჯერობით ვერც დროს ასახელებს, როდის შეიძლება იყოს ექსპერტიზის საბოლოო პასუხი. ვერაფერი ჯერჯერობით. ეს გამოსაკვლევია. Да როგორ ფიქრობთ აი დაახლოებით რა შეიძლება? Ანუ ამბობენ რომ ეს შეიძლება იყოს ტროტილი. Арас შეიძლება ვერ ამის ამბობს, მაგრამ მე ჯერ აღფეს არ ვამბობ. 13 მლოცველი, რომელსაც ზედაზნის ჯვრის საძირკველში აშენებულ ოთახებში ეძინა, წუხელ რამდენიმე ადამიანის ხმამაღალმა საუბარმა გამოაღვიძა. Მოგვიანებით ისინი იძულებით წესით მანქანებში ჩასვეს, ზედაზნიდან საგურამომდე ჩაიყვანეს და იქ ჩამოსვეს. Რამდენიმე წუთში კი ჯვარზე აფეთქება მოხდა. იძულე აფეთქება ეს რამდენიმე ათეული მეტრის იქით იპოვნეს ბიჭებმა გადაგდებული. Вигас профессионалების გაკეთებული ეს არის ორივე ფეხში არის დამაგრებული სასაფეთქებელი ნივთიერება ჯვრის რომ ესე იგი ეს ფეხები გამოეცლებოდა და ჯვარი წაიქცეოდა და ეს იყო მაგათი მიზანი რომ ჯვარი წაიქცეოდა შენობები დაინგრეოდა და ეს პრობლემა რომელიც ვიღაცებს აწუხებდათ ჯვართან დაკავშირებით აბსოლუტურად გადაწყდებოდა Когда я вел реставрацию, говорит мама, ко мне привели одного бывшего офицера, у которого после грузино-абхазской войны погибли друзья в Абхазии, без вести пропали. И он захотел что-то сделать ради этих людей, для памяти перед Богом. Его послали ко мне, что вот Борис строит кресты большие. Вот тогда сказал, мне просят построить крест на горе Зедозени. Если ты будешь финансировать, я буду строить. Он к этому времени был президентом молодежного фонда Грузии. И вот когда стало известно, что вот этот бродяга Борик руководит строительством, вот тогда началось преследование. Кресы взрывали, и нас, так сказать, спускали, арестовывали, допрашивали. Ну, в конце концов, вернули всех на место. И за все время этих скандалов уже порядка 10 активных борцов с нашим строительством и крестом лежат на кладбище. Афеткевис ма пирвалад зедазнис монастерши гайгес. Афеткевис талгам келис панджреби чамсхрия да хатеби дзир чамоқара. Шемтховис адгилзе састрапуд мисул цинамзгварса да беребс джурис дзирши цецхмогидебули газис балонеби дахтет. Шиши иго рагас исети ром титкос ак мохта афеткеба да хатеби чамоцвивда кедлебида. Ну амбис гасагебат. Რა თქმა უნდა, ყველა ინტერესებს რა მოხდა და რა ხმა იყო. მე რე ჩვენი წინამძღვარი მამა ექვთიმე და ბიჭები გავიდნენ ადგილას. ნახეს იქ რაღაც გაზის ბალონები ეყარაო. ცეცხლი ეკიდაო და არავინ არ იყო იქ. იქაური მაცხოვრებლებიდან. თვითონ ჯვრის მშენებლები აფეთქებას არ შესწრებიან. მათი თქმით აფეთქებამდე ცოტა ხნით ადრე მათ ათამდე უცნობი პირი მიუვარდა. ისინი მშენებლებს პოლიციელებად გაეცნენ, შემდეგ კი მანქანაში ძალით ჩასვეს და წიწამურთან დატოვეს. Ну, мере მოქვაჩეს ასე ბიჭებს და გაქვარეს გარეთ. Ну, ახლა ხელი არ დაურტყიათ როგორც ასე, მაგრამ უხეშად. ბოლოს სადაქტოს. დაგეწერინე სახსნგან. Ара. ბოლოს რო ჩავედით საგურამოდან რო უნდა ამოვიდეთ ტრასაზე, უნდა გავიდეთ ხიდის ქვეშ და იქ ხიდის ქვეშ გააჩერეს. რო ახლა ბძანებაო მოგვივიდაო რომ დაანებეთ გაუჩერეს.
Мы, так сказать, сектанты, еретики, там, иеговисты, баптисты, ну, всякая грязь, какая существует, значит, в религиозных понятиях, все это валят на нашу голову. Полиция пришла, и вот дали нам решение правительства, значит, что вы находитесь на чужой монастырской территории, и вы не имеете ничего права здесь строить. И вот насколько я слышу голос Божий, в это время мне было сказано, я их буду убирать по одному. Через 3 месяца мы узнаем новость, что все управление Схетского района было устранено и заменено новыми людьми. Рогур, шен, арагак нитца официалурат гамоқопили. Мен сети парисэлуба да, мен сети арак ацул дамоқидебулеба арминахит. Хмаури задазнис жюрис гаршемо цодахнис синатқда. Дайтқо саобраби мшенеблобис уканонобаса да мшенеблобис сектантобасе. Эклесиям жюрис мшенеблоба миси дасрулебис шемдек сакутар сакмеши чареват гамоацхада. Жуартан ахлос 100 метрши задазнис монастерия. Нас укрепляет та мысль, что крест является покровителем не только того места, где он стоит, но всего государства. Как вот каждый человек носит на себе маленький крестик для защиты от нападений дьявола, так тем более такие большие кресты являются защитой всего и города, местности, и государства. Тем более, что есть факт, когда святые отцы спрашивали бесноватых, и там бес отвечал языком человека, его спрашивали: «Чего ты боишься?» «Боюсь больших икон и боюсь больших крестов». То есть это признание самого дьявола. Так что мы уверены, что мы ничего никому плохого не делаем. В Сан-Франциско есть статуя распятого креста 30-метрового. В Испании есть 150-метровый крест, который строила вся Испания. Это Франко еще тогда построил, но там, значит, порядка 100 метров, значит, является только лишь основание, а сам крест где-то порядка 50 метров. А у нас 60 метров. То крест католический, а это среди православных, это самый большой крест в мире. И при том, в Испании строило все государство под руководством самого диктатора, а мы, наоборот, строим, значит, все под давлением, под презрением, преследованием. И только один, Гурга Каландадзе, вот он является спонсором этого креста, он содержит нас, мы зарплаты не получаем, только на пропитание. Притом, значит, мы отказались от мясных продуктов, и это тоже один из факторов, который располагает Божью милость в нашу пользу. Что самое, значит, удивительное, что из всех этих строителей креста не было ни одного профессионала. Это не моя конструкция нисколько. Это строитель является Бог, я только слуга, который приказание Бога передавал остальным нашим ребятам. Локальные религиозные дажгупы, да, из Ромасии, а из чего-то, видите, там же мисмир, кому-то мули, сам ходит, а дети брошюра гос, чё,
ხელში და ასევე იმ პირებისაგან, რომელთაც თავი დააღწიეს ამ ტოტალიტარულ რელიგიურ დაჯგუფებას, რომელიც ჩაკეტილია, კონსპირირებულია და მას ემსჯელობა მხოლოდ შეიძლება იმითი, რომ მაისგან წამოსული ადამიანები მოდიან ჩვენთან, უბრუნდებიან ეკლესიის წიაღს და მათგან შევიტყვეთ ყველაფერი. აი ამ ზედაზნის მთაზე შენებარი ჯვრის აფეთქების ცდელობა არანაირად არ არის დაკავშირებული რელიგიურ კარე ან ამ მშენებლობასთან მტრულად განწყობილი ვთქვათ წარმომადგენლებისადმი. ესეთ დროს ეს ყველაფერი აწყობდათ ზუსტად აი ამ ჯვრის მშენებლებს, რომ თავისი თავი წარმოეჩინათ ასეთ დევნილებად და ეს ყველაფერი დაბრალებოდა ამ მშენებლობის დაპირისპირებულ პირებს. Всей общиной молимся, трижды обходим вокруг Христа, значит, с песнопениями, хвалою Господу. У нас три храма, два на кресте, один под землей. И во время зимнего периода, когда нет работы наверху, внешней, то мы тогда, значит, соорудили себе подземную церковь, где-то вместимостью до 20 человек с алтарем, и там, значит, проводим свои молитвы. Нас называют вымершими мамонтами. Таких, значит, как мы, которые имеют решимость идти ради Христа на смерть. И вот за такую нашу решимость Господь дает нам силу, защищает нас и покрывает. Ზედაზნის მთაზე უზარმაზარი ჯვრის მშენებლობაში საქართველოს საპატრიარქოსთან დაპირისპირებულ რუსეთის მოქალაქეს მამა ბორიას მისი ადგილობრივი მრევლის 40-მდე წევრიც ეხმარება. რელიგიური დაჯგუფების ლიდერს ბორიას და მის თანამზრახველებს ჟურნალისტების გამოჩენა აღიზიანებს. Можно сказать, откуда вас сразу? Почему? Не хочу. Я в свободном государстве или нет? А? Я не хочу с вами говорить. Ჩაოლობრივი მრევლი ვარ, მაგრამ საპატრიარქო დაგვიპირისპირდა ჩვენ რატომღა ჯურის გამო. Силу наших
конфликтных отношений с грузинской патриархией, и поскольку мы были лишены исповеди, лишены причастия, значит, сами в этом остро нуждались. Вот огорченные этим, мы молились Богу, чтобы Он нам как-то устроил все необходимые православные таинства. И вот так мы узнали, что в такой же ситуации держится один из священников в Тбилиси. А сам он откормляется от греческого митрополита Киприана. Они именуют себя церковь противостоящих экуменизму. И в одно из посещений митрополита, значит, этого священника, он ему рассказал о нашей общине. И когда он нас посетил, то сделал замечание: почему ты раньше не сказал мне об этих людях? И сейчас, когда к нам приезжают, вот уже где-то 5 раз митрополит совершал у нас литургию, причащал, и вот проповеди, которые он нам предлагает, именно и по духу, и по букве сходятся с тем, что Бог дает нам через меня грешного. Есть откровение Иоанна Богослова, как вот раньше были планы пятилеток, а это откровение, это планы Божии о судьбе земли. Все государства мира готовятся к Третьей мировой войне, особенно обладающие ядерным оружием, и особенно сейчас, после момента, конфликт между Америкой и Северной Кореей, конфликт между Украиной и Россией, конфликт в Сирии. Все это говорит, Третья мировая война неизбежна. И конец земли предопределен. Все израильское общество находится в эйфории, что все, значит, события подтверждают скорый приход Антихриста, вот в самое ближайшее время. Но дело в том, что Антихрист не может явиться как обыкновенный политический деятель, потому что люди к таким деятелям уже давно привыкли. Но именно он придет на фоне термоядерной войны, когда люди будут от ужаса взывать, что пускай хоть сам дьявол придет, только прекратит вот этот ужас гибели всего человечества. И вот на этом фоне, как примиритель, и явится Антихрист. И вот если при социализме от каждого по его способностям, каждому по его труду, то при Антихристе будет, значит, абсолютное равенство и бесплатная кормежка всем за счет вот этих продуктов, которые, значит, заготовлены во всех государствах на случай войны. Когда после термоядерной войны Антихрист объявит мир во всем мире, но гонение на христиан начнется опять с еврейского народа. Когда евреи увидят дела Антихриста, то они тогда придут в ум, что истинный Мессия был Христос, а не этот Антихрист. И вот тогда их начнет Антихрист уничтожать. Так и конец христианства будет похож на его начало. Как в первые века христианства за имя Христа всех убивали, мучили, вот так будет и в последнее время. И только самых избранных своих Господь укроет в местах, недоступных для Антихриста, чтобы они живыми встретили живого Христа. С радостью бы посетил Загорск, но у меня никаких документов нет. Я 40 лет, в феврале, 15 февраля, будет 40 лет в Грузии. Обыкновенный бомж, без определенного места жительства. Но я говорю, что у меня есть паспорт от Бога в миропомазании,
мне на чело и на лице дано миропомазание. Примите печать дара Духа Святого. Вот мой паспорт. И никакого другого паспорта, никаких других карточек, никаких знаков мирской власти я не нуждаюсь. Мною руководит Бог. Слава Богу за все. Теперь тут.